С победы начал заключительную выездную серию в рамках чемпионата ВХЛ «Рубин». Сибиряки показали отличный хоккей в Альметьевске в поединке с местным «Нефтяником». Именно на этой площадке тюменцы стали чемпионами лиги, но после этого не могли на ней победить на протяжении 5 последних лет. Прервать печальную традицию в первую очередь помогла игра в неравных составах. КПД гостей по игре в большинстве в стартовом отрезке был феноменален. Рубиновые реализовали две первых же своих попытки, причем в обоих случаях на розыгрыш лишнего у них уходило 4 секунды. Залогом стали выигранные вбрасывания. Сначала Станислав Калашников поразил ворота броском от синей линии, а затем Егор Бабенко закрепил преимущество. Я скажу так, команда очень сильно настроена наша, никто не хочет там проигрывать борьбу. Где-то эмоции перехлёстывают, и с этого не могут контролировать себя, поэтому удаление. Сейчас чуть тренера подскажут, что нам делать дальше. Настрой, в принципе, тоже нужно оставить, также биться, и, думаю, Лаверса у нас будет победа. Во втором отрезке тюменцы показали, что могут остро атаковать и в равных составах. Но в одном из эпизодов на выручку хозяевам пришла штанга. При этом вице-чемпионы ВХЛ в течение короткого отрезка времени получили 3 удаления к ряду. Но оборону держали и практически не позволяли сопернику бросать в створ своих владений. Ну, в принципе, да, они за 8 секунд забили 2 гола, мы за 8 минут ни одного не забили. Ну, наверное, в большей степени они бросили, закрыли, а мы не бросили, не закрыли. Вот в этом ранце и отсюда счет на табло. Заключительный отрезок начался для сибиряков с неприятностей. Даниэль Насибуллин хитрым броском сократил отставание. При этом удача продолжала отворачиваться от гостей. В некоторых эпизодах шайба необъяснимым образом лишала их заслуженного гола. Кульминация же наступила за 2 минуты до сирены. В штрафной бокс отправился проводивший первый матч после травмы защитник Константин Фаст. Хозяева выпустили 6-го полевого. Сибиряки отбивались отчаянно. В какой-то момент и им наконец улыбнулась фортуна. В результате они не только отстояли свои ворота, но и забросили. Фаст отсидел 2 минуты, выскочил на лед, подхватил шайбу и отправил ее в цель. Победа тюменцев 3-1.